мы тоже гордимся, что есть они, что охраняют и все нам, как и сказать, представляют, чтобы мы, наши ребята и особенно гражданин России, чтобы приехали и голосовали здесь. Сам избирательный участок, куда приходят российские граждане, проживающие на территории Афганистана. Здесь они получают два бюллетеня, один партийный список и другой одномандатники по Нижегородской области, потому что посольство приписано именно к этому региону. Это уже пункт контроля охраны российского посольства. Здесь досматриваются все входящие. Если приходят голосовать женщины, то их досматривает медсестра из российской поликлиники, которая находится на территории Тбилиси. А почему вот в Афганистане вам так важно прийти проголосовать? Ну, это я россиянка, это моя родина, поэтому пришла. Мне очень приятно, что я участвую на выборах депутатов законодательного органа. Уважаю нашу страну. Конечно, я очень хотел бы улететь отсюда. Мы ждем ответа, когда будет рейс. Конечно, ждем рейса в вас снова. Поедем. Обязательно. Россия русская. Много чего изменилось. Ну, как бы в Афганистане очень тяжело жить. Ну, для меня, по крайней мере, очень тяжело. Работы нету нормальной. Угу. Свободы тоже нету, как в Ростове. Поэтому там намного лучше.